текст песни «Явление весны». И да, вот в самом начале эти заглавные буквы. Обратила на них внимание и именно обратила внимание в атмосфере песни. Такое вот чувство, что вообще музыка начинает звучать, и попадаешь сразу в удивительную сказку. И она, знаете, она рисует что-то и вроде бы и физическое, но тем не менее здесь и рассказывается о душе. А текст, благодаря тексту песни, вообще вот первое впечатление было, что окунулся в сказку, и ты ее вот, ну вот как смотришь благодаря тексту. То есть это своего рода эти буквы, это как бы ну, не то что проводник, а эти буквы, они рисуют те картины, которые есть в сказке. А благодаря песне, интонациям, эти картины, они благодаря интонациям автора, они как бы окрашиваются, они оживают. Вот. И очень, я вот, наверное, впервые поняла, насколько полезно и читать текст, и слушать песни, потому что это, как даже так вот сказать, ну, это, наверное, возможность, знаете, как не то, что даже вот книгу прочитать, а не книгу, а, наверное, ближе познакомиться с тем содержанием. Да, именно благодаря прочитыванию, внимательному, вот обращая и на заглавные буквы, и на знаки препинания, это возможность познакомиться и с тем, что есть в песне, увидеть, может быть, даже это своим взором где-то, потому что есть книжка, да, раскраска, где это есть эти иллюстрации, а здесь, ну, ты знакомишься с героем, которого вроде бы ты и знаешь, но благодаря прочтению что-то, вот, я бы сказала, даже новое открывается. Вот. Интересная очень. Вот эта встреча состоялась, она как встреча с душой этой героини и одновременно с, ну, вот, с ее с таким вот физическим явлением. Спасибо большое.